Грецой. Давай пока цветовые эксперименты делать не будем, а вот так же, чуть-чуть, да? Как и вчера, голубой, ну розовый тебе поддали, голубой, розовый, коричневый у нас был вчера задействован, да? Угу. Потому что выглядишь розовый. Перепачкаешь холст неким грязноватым цветом. Только розового добавить, ладно? Хорошо. Да, по такой схеме. Взяли из этой же среды обитания цвет и стали пальцем искать содержание портрета. Ты помнишь, что там голова прямо уперлась в формат, да? Снизу была шеечка, а здесь она уперлась. То же самое делаешь и здесь. Ну, в данном случае будет шейка, будут плечики. И дальше губочки, кончик носа, глазные впадинки, глазки. Давай, автор, с которым мы работали вчера, следующим шагом. Грубо очень. Смотри, брови как будто делают вот такой зигзаг. Смотри, есть такое? То есть это не просто холм, а это вот так, а потом как будто птица и два крыла. То есть это было просто две горки. Итак, напомню, что было дальше. Это был красный. Это был чернявый, там чернявый, доберешь чернявый. Там, где темные пятна, он сразу повводил красный в том числе. Потом ты помнишь, были цветовые всякие непонятности. И ты их сейчас, эти цветовые, все подряд накидаешь, не очень различая рисунок. Я хотел иначе пойти, да, в прошлое, ну, когда мы вчера с тобой обсуждали. Но мы сейчас это же сделаем вот таким образом. Накидаешь. Чуть светлые, в том числе оранжевые. Звуки вчера тоже присутствовали. То есть рисунок тебе нужен пока очень приблизительно. Чего? Прикольно. Да можно так и оставить. В принципе, мне уже нравится. Человек в маске. Не, ну а что? Ну что, мы же этот рисунок, это же очень предварительный был рисунок. Он... Мы от него настолько сейчас не зависим, он настолько еще не актуален. Потом ты помнишь вот эту темную линию, которая была, да? Да. Она мощная я думала, была. Что, раз я пальцем начала, так я пальцем буду подключать. Хорошо. Не, пальцем мы нашли рисунок. Все, мы нашли рисунок. То же самое накидаешь чуть-чуть туда. Единственное, что не так активно, как в этой части. Губам дашь немножко цвета и дашь немножко той темноты ротика, которая там есть, разделяя рот на две части. Вот эта внутренняя темнота. Ты видишь, да? Ну, да? Уже что-то есть. Давай глазки сделай. Выражение лица очень интересное. Такая она красотка, да еще и.
широкенько смотрится подбородок. Нет здесь этого расширения странного. Скошено. То есть это параметры рисунка, это не работа с цветом, это параметры рисунка. На носу нос широкий, и на нем очень мощная освещенная площадка. Губы торчат, поэтому это я опять же к характеру, это я к рисунку. Губы торчат, поэтому обе площадки вышли на свет почти как нос. Несколько вторит этим площадкам вот эти места. А теперь свет-тень должны стать цветными. То есть добываешь не полосатую, во-первых, краску, да, добываешь, а вот такие мозаичные проявления и укладываешь. Вот, скажем, добыла фиолетовый в нескольких местах, положила. Положила. Добыла зеленоватый, положила в нескольких местах. Но уже не полосато и лоскутно. Хорошо? Глазам по возможности дать характер. Я пока не буду, чтобы ты попробовала дать характер глазам. Зрачка. В центре зрачка. Ты вчерашнюю картинку хоть взяла, нет? Ну, она там. Ты же хоть иногда на нее посматривай. Что здесь делает белый? Вот если ты взяла бы сейчас, посмотрела бы на вчерашнюю картинку. Значит, здесь тонально все в яме. В яме. Глазные впадины. Поэтому все, что здесь, оно темнее, чем вокруг. То есть вот этот вокруг, вот этот, светлее. Вот этот вокруг, светлее. Ты понимаешь, глаз сел на положенное ему место. Правда? То есть вот ты борешься, не срисовывая основополагающую вид. Даже вот это пятнышко в этом случае, в случае этой фотографии, не стоит делать таким ядовитым. Поскольку у нас очень много красного и совсем не хватает других цветиков,
Я бы вот здесь посадил. Звучит? Молодые глаза обычно с очень голубыми белками. Если в прошлой картинке, во вчерашней картинке у нас было разделение, то здесь это разделение еле видно, поэтому сначала утолщим это пятнышко, потом чуть-чуть и дополним это каким-нибудь цветиком. Если бы у нее были нарочито покрашенные глаза, то можно было бы и какие-то голубоватые, фиолетоватые. Вот если бы ты на вчерашнюю картинку был, понимаешь, для чего нам нужна была вчерашняя картинка? Чтобы ты смотрела и делала аналогию. А ты делаешь от себя этому. Вот там вот этот спуск с носа, он прямо вот так вот спускается. То есть если во вчерашнем носе был один ход, то в сегодняшнем уже другой. Опять же, если ты бы посмотрела на вчерашнюю, может быть, там был полутон. Но, во всяком случае, здесь его хочется подсунуть. Он синий, но степень светлости у него как у светлых мазочков, да? Потому что здесь площадка освещенная. Здесь площадка освещенная. Правда? Ух ты, какой звук произошел. Ты согласна на него? То есть он, конечно, такой грубенький, но здоровский. Ой, тоже красиво. Вот это тоже горячий. И пусть они не имеют конфигурацию квадрата, лоскута, порванного. Хорошо? А вот это переносится, может, ее как-то где-то... А смотри, у нее-то как раз здесь ямочка, смотри. Ямочка чуть-чуть. Как-то здесь чересчур резко. Пилево. Нет белил, я не нашла. Саша, есть белил хоть где-нибудь? Их здесь нет, здесь нет. Ну, здрасте. Вот белил, прям пред ясные очи.
То есть есть полутон, ты видишь, свет, а есть блик, да? Угу. То есть я еще и блик подсунул. Помнишь, у нас в центре лба был в предыдущем случае крупный кусок света? Ну и где же аналогия? Можно не покрывать. Можно не покрывать. А если глянцевым лаком покрывать? Если цветочки глянцевым лаком покрывать, то через сколько нужно? Ну, вообще считается чуть ли не через полгода. Вот. Я вам скажу, что если только один сеанс писали, то можно не покрывать. Она будет долго липкой, и на нее много пыли налезет. Больше никаких других неприятностей не будет. Ну, пыль, она по-своему даже. Старит. Старит. Слишком синие брови, наверное, все-таки можно хоть немножко красноту туда, но подсунуть. Вот эта борозда сомнительная. Но она такая очень рыхлая, как-то не в унисон всему. Всем спасибо, до свидания. До свидания. Сейчас попробуем подсунуть рефлекс вот сюда. Полутон попробуем подсунуть. Ну здесь вообще непонятно, из какой оперки. То есть это все должно продолжать эту историю.
Ты согласна на этот росчерк? Угу. А не слишком ли фон спорит тогда с лицом? Прекрасно, что спорит. Красиво спорит, ага. Ну, с ним спорить трудно, с этим лицом. Поэтому если он хоть немножко там подвяткивает. Но оно очень жестко написано, поэтому если он немножко подвякивает, только хорошо. Жестикуляция сама по себе уже здорово звучит. Да. Понимаешь? Ну, да. Поэтому вот накидал жестикуляцию. Ну, если придумаешь еще что-нибудь поставить, поставь. А что с шеей делать? Если придумаешь что-нибудь поставить, поставь.